«Путь к победе» на аллее у Кургана Славы открыли выставку, посвященную освобождению Беларуси. Накануне Дня независимости здесь установили стенды с информацией о наступательной операции «Багратион». На каждом история о героях войны и редкие фотографии. Ветераны и участники международного форума «Темп», который собрал молодых людей из 15 стран, почтили память погибших и возложили к подножию кургана цветы. Это исторический проект, который должен каждому посетителю рассказать правду, сказать о том, как проходили бои, как проходила сама операция военная «Багратион». Это величайшее было сражение, которое освободило Беларусь. Это, безусловно, мы шествие взяли постоянно над Курганом Славы. И вот эти порталы – это как продолжение, сказать, нашей работы над тем, чтобы и сохранить, и увековечить память о подвиге нашего народа. Выставка «Победное лето» – продолжение масштабной работы по благоустройству Кургана Славы. Во время реконструкции он заметно преобразился. В том числе у мемориала установлен каскад солнечных батарей, чтобы мемориал был заметен и ночью.